с 19 по 22 июля в поселке Килимары на берегу озера Малевое пройдет традиционный фестиваль «Семья. Малая церковь». Тема фестиваля в нынешнем году – «Мужество. Великий князь Александр Невский». К участию в фестивале приглашаются дети и молодежь. Приветствуется участие семей. В основную программу входит молебен с крестным ходом, встреча владыки, торжественное открытие фестиваля, литературно-музыкальная композиция «Святой благоверный князь Александр Невский», всеночное бдение и божественная литургия, русские народные игры, конкурсы, творческие мастерские, ярмарка и вечерка. Ну а по окончании фестиваля его торжественное закрытие. Прием заявок на участие осуществляется до 10 июля на адрес электронной почты пророка Ильи @yandex.ru. Телефоны для справок 8 960 093 1113. Настоятель храма пророка Ильи, протоиерей Андрей Романов. 8 902 670 92 86. Директор воскресной школы Петрова Светлана Геннадьевна.